Радиомания 2014. Номинация. Продвижение радиостанции. Концепция. Участник. Радио «Романтика». Город Москва. В номинации представлен благотворительный радиомарафон «Да будет жизнь». Дорогие друзья, добро пожаловать. Меня зовут Ксения Мишонова. Сегодня радиостанция «Романтика» совместно с благотворительным фондом Константина Хабенского приглашает вас провести вместе с нами благотворительный марафон «Да будет жизнь». Огромное спасибо всем друзьям, моим друзьям, коллегам, моим знакомым, друзьям радиостанции. Спасибо за то, что нашли время для того, чтобы поддержать наш марафон. Теплые истории из детства, душевная музыка, ностальгические воспоминания от звездных гостей «Радио Романтика». Все это ради одной цели – призвать всех неравнодушных людей помочь детям, которые так нуждаются в этом. Однажды я заснула в собачьей будке. И как раз приехали мои родители, которые меня очень долго искали. И, в общем, конечно, я за свое детство седых волос прибавила и бабушке, и маме, и вообще своим родственникам. А из детства вот все-таки кто больше вспоминается чаще, мама или папа, или оба? Мама. Больше мама, конечно. Угу. Папа все время в гаражах с друзьями или с машиной возится. Угу. А мама всегда везде. Туда не ходи, это не делай, там, это осторожней. Угу. Вот. Запах детства, там, я очень любил, как раз батя, когда на гастроли уезжал надолго, да, я свитера его доставал, вот, они у него были каким-то табачком, парфюмом пропитаны, и вот понюхаешь, и вот так, и полное ощущение, что он с тобой. Мы есть в Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках, в Твиттере, в живом журнале, www.bfkh.ru, благотворительный фонд Константина Хабенского. Мы верим и надеемся, что в жизни каждого из нас найдется время для добрых дел. Приятно помогать, а детям уж тем более. Спасибо вам большое. Я хочу пожелать, чтобы люди думали друг о друге, не расставались никогда. Важно, чтобы это было постоянно, чтобы ты за эту руку держался все время. Все у нас будет хорошо. Главное, чтобы мы не болели. Вот, не болейте. Большое счастье, оно складывается из мелочей, маленьких таких. Терпение, уверенности. Я на 100% уверен, что все получится. Дорогой, есть еще вокруг вещи, которые нуждаются в твоем участии. Если человек отвечает, значит, все в нем хорошо. Просто нужно об этом ему напомнить. Я напоминаю вам. Да будет жизнь! Да будет жизнь! Да будет жизнь! Да будет жизнь, друзья! Да будет жизнь! Да будет жизнь! Настройся на романтику. Радио «Романтика». 98,8 FM.